По факту падения лифта в здании МФЦ возбуждено уголовное дело. Проведенные проверки показали, что владельцем лифтового оборудования является общество с ограниченной ответственностью «Ленинградская 36». И, как сообщают в прокуратуре, ответственные за обеспечение безопасности эксплуатации лифта в этой организации не провели необходимое техническое освидетельствование. 24 марта около 15:20 в МФЦ по улице Ленинградской во время движения подъемника на высокой скорости произошло замыкание электрокабеля, что повредило основной механизм и систему торможения. В итоге лифт упал с высоты 8-го этажа. По счастливой случайности в кабине в тот момент никого не было, но посредственное обслуживание лифта могло создать реальную угрозу для безопасности посетителей МФЦ. В связи с тем, что в результате указанного происшествия повреждено и уничтожено различное имущество, а также могла возникнуть вероятность гибели или травмирования людей, прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России. В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели, назначена необходимая судебная экспертиза. В ходе расследования уголовного дела будут установлены конкретные лица, ответственные за эксплуатацию и содержание лифта. Их действиям либо бездействию будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование уголовного дела продолжается.